затонировали мы предварительно холст. Он уже практически подсох, но даже то, что он не появляется белый холст, уже достаточно. Беру черный. Беру охру. Охра даст эффект разбела. Тоже дам это смещение в эту сторону. И от чего бы можно было бы начать? От оси фигуры. Фигура почти упирается в край. У него она по центру с легким смещением влево. Я чуть больше сместил. Тут возникла идея шарфик ей в руку подсунуть. И расширяюсь потихоньку. Потихоньку расширяюсь. Ищу силуэт. Подбородок как раз нависает, вот он подбородочек наш, как раз нависает над плечиком, над острием плеча. Грудь вышла вперед, дальше талия, а это уже середина. Значит, нужно увеличить все это, и головочку, и все остальное увеличить. Ручка вертикально с легким уклоном, и художники всегда делают с небольшим уклоном, то есть вот просто параллельно вертикали лучше не делать. И как видите, у него легкий уклон есть. В продолжении руки юбка. Выступает мощно бедро. Тоже линии расходятся, не являют собой вертикаль. Так, сейчас немного намечу головочку, чтобы появился эффект соразмерности головы и тела. Разбел кадмия. Кадмия с охрой. Так, и бирюзовенький. Беру мощный разбел бирюзового. Густо беру. И вычитанием достраиваю фигуру.
ноздричка усиливает темность этого места. Щель эта чуть-чуть с краснинкой, поскольку там нет ресницы крашены, а там нет этой крашенности, и поэтому там цвет тела, а цвет тела в щелях несколько краснит. Высветление, вы видите, идет этапами. Следующий вот идет этап высветления. Напускает этот рефлекс голубого нахально. И это красиво у него из картины в картину. Мощная черно-синяя картина. Очень большие радужки. Приборчик. Продолжается тело, которое переходит в ухо. Волосы сделаем. Так. Что? Где ухо? Вот предыдущий рисунок у нас обнажился. Что, мы зря, что ли? Используем технические трюки. То есть ты сейчас видела, как от того, что у нас рисунок был брошен, и если бы он еще и успел бы высохнуть, то мы могли бы вообще все что угодно. Вот. В том смысле, что всегда можно снова вернуть, когда увлекся и начал мазать, в смысле промахиваться.
правда, другой хотела какой-нибудь, но ладно, пусть будет гирзовый. Ну, пусть другой, но только его надо дать. Потому что должна проявиться эта читабельность силуэта. Тоже вот какие-то такие махра над, тоже вот можно оставлять это, как эффект закругленности, как эффект поиска рисунка. Может, рыжую сделать? В частности, эта складочка подчеркивает локоток. Здесь он чуть-чуть фиксирует локоток. Упавшая тень, которая у него хитренько упала с другой стороны. Здесь теневая с этой стороны, а здесь почему-то с этой стороны. Но он нас обманул на наше же благо. Растительный орнамент можно сначала найти, прежде чем закрашивать его, чтобы не пришлось ошибки поправлять, потому что сейчас поправляются ошибки легко на этом этапе, на вот этом этапе. Ну и немножечко вот эту вот лохматенькость. Да, придать. И поярче сделать. Внизу. Смазать. И теперь снова чуть-чуть прочертить. Чуть-чуть. Учитываем анатомические анатомический рисунок, то есть не игнорируем пятнышки, показывающие мышцы, не ленимся их подмечать. Подобен себе, то есть поэтому надо умудриться сохранить некую приблизительность для того, чтобы не сойти с ума именно с портретами своих, можно так сойти. Имейте это в виду.
Так, хорошо. Ну, вот такой портрет. Пробуйте. На мой взгляд, очень интересная задача.